Всем привет, ребят! Поздравляю всех со старым Новым годом! Мы с Лапой вам желаем всего хорошего, добра и мира. Спасибо, ребят, всем, кто поддержал нас в комментариях. Очень приятно, кто нас поздравлял. Также нам писали хорошие, добрые слова. Мы с вами очень солидарны, очень приятно. Ночь у нас прошла относительно спокойно, слава Богу. По поводу вчерашнего щедрого вечера, как обещал вам заснять, как мы посидели с родителями, также были ли щедрявники. Щедрявников, к сожалению, не было почему-то, мы с вами очень удивились. Никто не ходил, к сожалению, не смогли заснять, но сегодня утром зато мы засняли. У нас первый был стук двери, это нам постучали около где-то, наверное, 8 утра. Мальчик один зашел, зато нам посеяли с утра. Мы заснимем, засняли это и вам покажем в этом видео. Обязательно смотрите, не переключайтесь. Заходи, закрывай дверь. Мати Марія по полю ходила, хресно освіла, Бога просила, Боже, на всяку пшеницю, на всяку пашницю. Сію, вію, повіваю, з Новим роком вас вітаю, щастя, здоров'я, благополуччя, ні болейте, ні хворейте. З Новим годом вас! Спасибо. Спасибо. Папа Сережа снімає. Привіт. Да. Ми всі за столом. А что там? Снимать, вон Тимочка. Все за столом сели. Привет. 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 Дети шампанское открывают. Держи, дед. Пробку не надо бэхкать. Толок крепкий. Да, не надо. Ну, крепкий. Проверять не стоит. Не стоит лучше, да. Уй, лучше не стоит проверять. Держишь? Ух ты, пробка хорошая. Да, и в железо что ж надо? Ну да. Кошмар. Как оно только сжимается. Давай в нее. Давай. Бери. Так, мам, поможешь нам? Так и башу Солёк даёшь, да? Он же солёный. Да, рамонку. Рамонку даёшь? Ты не будешь нам там сыр? Нет, нет, не стал бы эту картошку. А, Свет, тебе картошку? Угу. Да. Тебе себе попробовать взрослой еды? Картошечку. Папа. Так, кто там картошку? Спасибо. Рассыпайте. Рассыпайте, видите. Хорош, всё. Хорош? Да, вот она надо. Давайте давай. На Новый год, да? Да. Ладно, не виделись. Чтобы удачный был. Да. Чтобы все жили здоровыми. Мирным. Чтобы мир был. Всего самого хорошего. Чтобы мир был на земле, да? Не думали мы, что будем друг дружки мы желать. Ну, что тут зовут? Эти мамочки. Эти бузички. Облил маму? А ничего страшного. Кто же с нами? Угу. Пойдешь поиграешься, иди. 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 Что ты хочешь? Напал на маму.
Кисе как сына не везет. Тимка ее достает везде. Тимочка, отпусти ее, не таскай за хвост, ей больно. Что, лапка мучает, да? Мучает бедную кошку. Не дает ей жизни спокойно. Так, пока книжечка пошла для разнообразия. Не на долг хватило книжечки. Все-таки. Бедная кися, Тимочка. Ну не таскает ее за хвост. Тимочка. Два в одном решил попробовать. И книжечку, и кошку. Лапа. Что делаешь? Зачем на него накидываешься, а? Лапа. Нельзя на него кусать, ты что? Понимаешь, он тебе больно делает. Ну, ты ж ребенок, лапка. Роет уже подземный ход. Лапка. Куда собралась? Здоровайся с Тимом. Тимочка, зачем ты ее за хвост таскаешь? Не таскай, ей больно, Тимочка. Лапка нервничает уже. Нервничает, но терпит. Когда не хочет, она уже убегает. То на стулку залазит, прячется от него. То на котел прыгает. Тимка, куда ты ее бьешь? Игрушка уже. Вот маленький хулиган. Играйся, Кися, играйся, но не бей ее, играйся. Киси там на месте все антицарапки проверял. Так что главное, чтоб не поцарапал. Бедная кися, мамочки. Что он только с ней делает? Тимочка. Ты бедную кисю достал уже. Никто не выпускает, да, лапы? Сейчас выпустим. То он уже ее очень сильно, видимо, достал. Сейчас выпустим. Иди, лапка, иди. Иди. В общем, ребят, вот такое вышло видео. Спасибо за просмотр. Мы сегодня еще отдыхаем. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. В общем, пишите комментарии, как вы празднуете или не празднуете Старый Новый Год вообще. Как у вас прошли эти выходные. Не забудьте подписаться на наш канал, если смотрите нас первый раз. А мы с вами прощаемся до завтра. Всем пока.